положительный результат литовца Коновара. Назад Буфону. Ну, такой легкий трюк Микали у нас затянул с принятием решения в этом эпизоде. Ну а сейчас уже ответ Литвы, и организовал его, между прочим, как раз Станкевичус. Он навешивал, нас пробил головой. Дали ему это сделать. Буфон на всякий случай. Ну, может быть, ради того, чтобы себя разогреть, прыгнул этот мяч. Пытается продавить Андреа Барцали. На месте центрального полузащитника. Отметим его. И вот в атаке Литва и гол. Исторический гол сборной Литвы в матче с итальянцами. И сезон клубный. Передачи стараются гости делать аккуратные. И вновь Микалюнас. И это уже может быть опасно. Если бы точнее передача была. Буфон на всякий случай бросился. И канал хороший. В этом мы уже могли убедиться. Ну, за голевую передачу ему, по крайней мере, можно простить. В некоторой степени самого. Своего предшественника Марчелло Литти. Ну, а после этого года Виталий сумел отбирать мяч, видите, гостям в середине поля. И смело они идут вперед, и Буфону приходится, ну, если привычки просто я сказал, Отда, но в этой комбинации пример. Ускус. А вариантов не было просто. Вольготно дают принимать мяч и напор. Пробил. Получил мяч, выходя совершенно один. Неудобная передача была с фланга. Со второго касания получилось нанести удар. Защитник, это по своему правому флангу опять Станкевичус. Передача очень плохая была. Ловит на финте Гроссо. Очень простой финт. Показал вправо, ушел в школе, где из Чеснаускиса. Как и произошло. Первый игровой день. Сегодняшний игровой день, первый-то уже был. Провел вообще по-прежнему в матче чемпионов мира сборной Италии и сборной Литвы. Ничья 1-1. Вот так размяли Буфона. Задействованы бывают Динезе и Палермо в прошлом году.